Добрый день! Вас приветствует компания «Панорамглаз». Сегодня мы находимся в городе Одесса, в районе Савиньон. На улице середина ноября. Прохладно, ветер и дождь. Поэтому система безрамного остекления, о которой сегодня пойдет речь, как раз и предназначена для того, чтобы защитить помещение от ветра, снега, дождя, пыли, грязи и шума. Эта система называется TR-3. За моей спиной находится довольно-таки солидный респектабельный бассейн закрытого типа. Заказчик поставил перед нами несколько задач. Летом и весной остекленные проемы должны быть максимально открыты для того, чтобы обеспечить доступ со стороны двора к бассейну. Зимой и осенью создаваемая температура системами вентиляции с подогревом и осушением воздуха, а также теплыми полами, должна быть максимально комфортная для пребывания внутри. Створки в данной системе передвигаются по верхней и нижней алюминиевым направляющим и собираются у одной или двух сторон проема в удобную пачку. Такая форма сборки створок называется поворотно-сдвижная или просто книжка. Система Tiara Twin удачно сочетает в себе преимущества традиционного остекления стеклопакетами и функциональность безрамного остекления. Система Tiara Twin отлично справляется с капризами погоды и надежно защищает помещение от их проявлений. Система предназначена для остекления террас, веранд, беседок, бассейнов, балконов и общественных заведений. Обеспечивает достаточно хорошую теплоизоляцию, а также отличается продуманной комбинацией межстворочных уплотнителей, состоящей из двух рядов резиновых и одного ряда магнитного уплотнителей на торцах каждой створки. Заполнением створок служат ударопрочные стеклопакеты из двух закаленных стекол толщиной 4 мм каждое. Стекла в стандартной комплектации прозрачные или же могут быть тонированы в массе. В базовом варианте профиль имеет цвет анодированного алюминия. Возможно, порошковая покраска в любой цвет, согласно каталогу RAL. Высота проема на данном объекте составляет 2 метра 30 сантиметров, поэтому была выбрана ширина створки в 75 сантиметров, дабы учесть пропорциональную нагрузку на ролики системы. Прорезиненные ролики обеспечивают плавное движение створок в проеме и делают их перемещение практически бесшумным. Между направляющими профилями системы и створками уплотнение происходит на основе двух рядов фетровых уплотнителей. Главное достоинство системы Tiara Twin состоит в том, что вы за пару минут можете полностью открыть проем и наслаждаться видом без мешающих обзору вертикальных рам. Также быстро и легко можно проем закрыть. Нижний направляющий профиль системы оснащен специальным желобом для отвода воды при возникновении конденсата на внутренней поверхности створок. Напомню, что створки в данной системе могут быть собраны у одной или двух сторон проема. Также на данном объекте была установлена система Sliding Slim, которая служит мобильной перегородкой между бассейном и сауной. Подробнее о данной системе безрамного остекления вы сможете узнать, посмотрев видео на нашем канале «Панорамглаз» в YouTube. Компания «Панорамглаз» расширяет дилерскую сеть на территории Украины и предлагает сотрудничество на выгодных условиях для своих будущих партнеров.